Итак, сходил я в магазин, называется Детский мир. Так, дали мне чего? О, скидка в салонах МТС до 30%. Да, что там можно купить, не знаю. Так, ух, сколько? 1228 рублей. Что же я купил? Так, оп, ку-ку. Привет, привет. Такой няшный. О, Миша. Так, и аутентики памперс. Как всегда, не знаю, бумажные они или не бумажные. Но упаковки никогда не напишут. Покупаешь кота в мешке. Нет, они не бумажные. Ой, как плохо вытаскивается. Блин. Зараза. Так, начнем с салфеток, да? Пахнут какой-то ересью. Ладно. Такие плотненькие. Ну, вот они действительно стоят своих денег. Так. Мишка, значит, шарфик. Пришитый. Стоит Миша 1000 рублей. С копейкой. Это мы снимем. Оп. Все. Какие у него задние ноги большие. Тут какая-то грязь. Ну, потом уберу. Ну, шит аккуратно, рекомендую, в принципе. За такие деньги нормально. Был еще чуть более аккуратно сшитый, но у него здесь такой поцелуй был. След помады губной. Кто-то поцеловал его. Такой смешной, мягкий такой, приятный медвежонок. Для девушки. Надеюсь, ей понравится. Цап-царап. Все, пока-пока.